Творческая инклюзивная студия «Эмоции» начала свою работу в сентябре 2016 года. Это первый в Республике Татарстан инклюзивный добровольческий проект, который объединяет людей с инвалидностью и без старше 18 лет. Основная деятельность студии – театральное творчество. В репертуаре «Эмоции» на сегодняшний день 4 авторских спектакля: «Сердца города», «Страна сломанных игрушек», «Снег», «Алые паруса», «Исповедь о соль». Это 18 показов в городах Республики Татарстан и гастроли в Челябинскую область. Миссия студии – формирование позитивного образа активного человека с инвалидностью, расширение инклюзивного сообщества. Занятия в студии направлены на раскрытие творческого потенциала участников, развитие навыков групповой, командной работы, выстраивание коммуникации «Люди с инвалидностью, люди без инвалидности». Полученные навыки и знания участники студии реализуют в спектаклях. Уникальность проекта в авторских постановках, которые создаются с учетом индивидуальных физических возможностей участников, с тем, чтобы наиболее полно реализовать потенциал каждого участника. В социальных сетях студия открыла рубрику «Проверенные эмоции», где участники оценивают доступную среду общественных пространств, и видеопроект на YouTube «Человекс» об успешных людях с инвалидностью в формате интервью. «Эмоции» является победителем телевизионного проекта «Малые театры Казани». Проекты студии 4 раза за последний год получали грантовую поддержку от Федерального агентства «Росмолодежь». На благотворительной основе студия привлекает к сотрудничеству педагогов различных направлений. За 2 года работы вовлечены более 300 волонтеров-профессионалов. «Эмоции» активно участвуют в фестивалях, организует и проводит инклюзивные площадки на День Республики Татарстан, социальные показы. В ноябре «Эмоции» примет участие в финале парадельфийских игр в составе делегации Республики Татарстан. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.